Владимира Зеленского своего поведения нет. Поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельный человек и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России. У него. Он не глупый человек. Чтобы я сказал, что он не понимает, нет, он не глупый человек. Но он не может, по вашей причине, о чем я говорил, но и внутри хватает сил, которые ему просто не дадут сегодня, ну, дипломатическим образом установить мир. Это моя точка зрения, я, может быть, ошибаюсь. Но все больше и больше убеждаюсь в этом. Поведение его, ну, не знаю, надо ему быть президентом, уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить. Затянулась эта игра. Но он киношник, он актер, он артист, ему виднее. И он живет в определенной ситуации. Я в этой ситуации, в нее не погружен так, как он, поэтому не буду его осуждать. Но это мое мнение. Что касается восточной части, просто можно решить. Сегодня уже и не Россия, не Украина будет решать, а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет, как с ними разберутся. Поэтому восток Украины, Донбасс, Луганск, можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас. У Пушкина было, я вам говорил, 15-15 года, у Пушкина был момент. Поэтому здесь нужен более длительный период. Период, в котором надо будет заинтересовать этих людей жить в Украине. Там сегодня независимое государство. Они объявили себя. Проводи любой референдум. Люди подтвердят свою независимость. Луганская и Донецкая республика. С этим надо пока согласиться. Надо согласиться. Не надо их впихивать в состав сейчас Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать не прекращению этого конфликта, а нагнетанию, эскалации. Что касается дипломатии, мы с Путиным позавчера обсуждали эту тему, но он мне подробно рассказал о предложениях, которые переданы Украине, украинскому руководству. Ответа нет. Ну, как он мне сказал? Ответа нет. Так как украинское руководство хочет прекратить войну дипломатическим путем? Россия, Луганск и Донецк – это огромная нагрузка. У России территории и так хватает. Но Россия не может себе позволить, чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека. И если бы где-то, я знаю политику США, ее в этом плане поддерживаю, если только вашего гражданина США, американца где-то обидит, вы бросаете всю мощь государства, чтобы его защитить. Почему вы лишаете этого права Россию? Что касается Беларуси, ну, слушайте, меня упрекать не в чем. Я делал все для того, чтобы там был мир. Украина накануне последней нашей электоральной кампании подготовила кучу боевиков на своей территории. Они перебрасывали к нам оружие вместе с этими боевиками. Ни один человек задержан. Дальше они раньше, даже чем американцы и европейцы, ввели против нас санкции. Зачем? Это была фактически вторая страна, с которой мы торговали. В первом месте Россия, вторая Украина. Ну и много-много таких фактов до конфликта с Россией. Вопрос, зачем? Зачем обостряли отношения с Белоруссией и провоцировали Россию? Ну, что хотели, то и получили.